В 2015 году в Степногорске открылся Центр интеллектуального развития «Мегаарифметика», в котором дошколята и дети младшего школьного возраста успешно осваивают быстрый счет, улучшая память, внимание, развивая мышление. Мегаарифметика – это один из действенных методов умственного потенциала детей с одновременно развитием левого и правого полушария мозга. В этом году проходила 3-я республиканская олимпиада, где участвовало 13 областей, 15 школ нашей страны. Также у нас были в гостях страна Киргизия. В возрастной категории 8 лет Ташип Тамирис заняла первое место и стала первым абсолютным чемпионом. Ульянченко Виктор занял в возрастной категории 7 лет первое место и стал третьим абсолютным чемпионом. Конечно, золотые медали и дипломы олимпиад не самоцель. Родители с удовольствием отмечают многие плюсы от занятий. Занимаясь ментальной арифметикой, Виктор стал более усидчивый, более внимателен. Улучшается память, значительно улучшается память, благодаря чему школьный материал усваивается очень быстро. То есть время затрачивается на домашнюю работу в меньшем количестве. Улучшилась техника чтения. По завершении учебного года Виктор стал первым в своем классе по количеству слов, прочитанных в минуту. Ребенок стал более раскрыт в творческом плане. Помимо ментальной арифметики, ребенок в свободное время занимается танцами и английским языком. Мегаарифметика мне помогает решать примеры в школе по математике. В новом учебном году, помимо занятий ментальной арифметикой, в центре появятся курсы математики, английского и казахского языков, программы скорочтения и другие.